Прозвенел последний звонок. Домой. Но у Миши Никифорова и Юры Ермилова еще есть дела. Они занимаются в детской художественной школе. 14 лет существует эта школа в городе Иваново. Здесь дети учатся рисованию, лепке, изучают историю искусств. Занятиями руководят художники-педагоги. Изучение образцов античного искусства помогает прививать ученикам художественный вкус, расширять их кругозор и наблюдательность. Вот так же ребенок начинает ходить неуверенно, робко, и от того, сколько с ним занимаются, зависит, когда он пойдет. В программу входит и занятие на натуре. Будущие художники должны знать и любить родную природу, уметь видеть объект живописи. Стараются ребята. Их работы неоднократно экспонировались на международных выставках.